В Роспотребнадзор все чаще жалуются на укусы домашних собак. Специалисты ведомства выступили с инициативой наказывать хозяев животных. Для этого необходимо внести изменения в закон края. Сегодня возможное введение штрафов обсуждали в законодательном собрании на заседании комитета по вопросам законности и защиты прав граждан. Депутаты считают, что собаководы должны нести ответственность за своих питомцев в полной мере. Все чаще люди становятся жертвами укусов именно домашних собак. Хозяева просто не следят за своими животными или пренебрегают элементарно правилами, но повлиять на нерадивых владельцев никто не может. С прошлого года в регионе не действуют штрафные санкции за выгул без поводка и намордника. В основном с жалобами жители края обращаются в полицию или в Роспотребнадзор. Изменения необходимо внести в закон об административных нарушениях. Мы предлагаем вот такую формулировку внести в закон Красноярского края. Это допущение по неосторожности в силу различных причин нападения домашнего животного на человека, независимо от последствий такого нападения. То есть вот эта формулировка, на наш взгляд, является той формулировкой, которая может быть принята, и думаю, что представители прокуратуры вот ее могут оценить. Депутаты инициативу поддержали, тем более во многих субъектах страны подобный закон действует. И нерадивых собаководов наказывают штрафами. Например, в Новосибирске хозяину придется платить до 3000 рублей. Депутаты Красноярского края сумму штрафов пока не обсуждали. Мы направим данный документ в прокуратуру Красноярского края с целью изучения данного вопроса и вынесения своего мнения по нему. И исходя из этого, будем двигаться дальше. Если прокуратура нас одобрит, да, что нет никаких противоречий в соответствии с действующим законодательством, значит, мы тогда переходим к разработке данного законопроекта.